На набережной реки Увыть состоялся первый в Ивановской области легкоатлетический пробег, посвященный Дню России. В забегах на дистанции 2,6 километров приняли участие около 150 человек. Целенаправленно на соревнования прибыли легкоатлеты из Германии. Их пригласила председатель клуба любителей бега «Автокрановец» Ольга Егорова. В Германии на подобных соревнованиях ивановцев принимали уже дважды. Они нас решили пригласить туда, непосредственно вот в этот, на эти мероприятия. Кленбургский этот пробег, где участвует более 2000 человек. Там вся Европа, это Англия, Голландия, Португалия, Италия, Германия, Польша. И вот мы там участники были. Очень хороший пробег. Вот, организация очень хорошая. И таким путем, значит, они нас два раза туда пригласили, потому что понравились наши ребята, наши спортсмены. На марафонском пробеге в Германии ивановские спортсмены показали отличные результаты. По словам иностранцев, тогда о победе русских писали все немецкие СМИ. На соревнованиях в России легкоатлеты планировали взять реванш, но ивановцам снова удалось финишировать первыми. Когда я получил приглашение в Иваново, долго сомневался, ехать или нет. Но мне было интересно побывать в России. Я хотел показать хороший результат на этих соревнованиях, но не надеялся занять призовые места, так как ивановские спортсмены очень сильны. По словам иностранцев, победа на этих соревнованиях не должна помешать дружеским отношениям, ведь стремление к здоровому образу жизни не может быть проигравших. Любовь Почерникова, Олег Мелехин, РТВ, Иваново.